Дамы и господа, я приехала на Московский проспект 54А для того, чтобы познакомить вас с шикарными автомобилями марки Peugeot. И вообще, вы знаете, автомобили, как красивые женщины, вслед которых хочется оборачиваться. Именно автомобили Peugeot. Стильные, комфортные, динамичные. И именно эти автомобили заставляют нас оборачиваться им вслед. В этом сюжете речь пойдет об автомобилях, которые являются олицетворением французского автомобильного стиля. Peugeot, марку со 120-летним автомобильным опытом, в Харькове представляет автоцентр Peugeot «Мистраль Авто». Именно сюда едут за красивыми, надежными и экономичными европейскими автомобилями. За последний год здесь состоялось 5 премьер. Причем автомобили абсолютно разных классов, а значит, нашим автолюбителям есть из чего выбирать. Тем более, что на большинство моделей сейчас действует специальное ценовое предложение. Итак, отправляемся на проспект Московский, 54А. Дорогие друзья, как я и обещала, я знакомлю вас с Игорем, специалистом, который знает об автомобилях марки Peugeot все. Игорь, ну вот эта модель 301 Peugeot, она, я знаю, она хит сезона, она невероятная, расскажите о ней поподробнее. На самом деле этот автомобиль представлен в B-классе, он производится в Испании. Отделка салона этого автомобиля сделана из современных материалов, они же являются экологически чистыми. В этом автомобиле представлены два бензиновых двигателя и один турбодизельный двигатель. Мы имеем здесь багажник 504 литра полезного объема. Также в этом автомобиле есть подогрев зоны дворников. Это тоже немаловажный фактор для эксплуатации, скажем, в наших условиях. Именно марка Peugeot. Стильная, шикарная, динамичная. Выбирайте автомобиль Peugeot и поверьте, друзья, это будет прекрасный выбор.